Здравствуйте. Могу ли я видеть председателя правления Басова? Председателя нету. Он что, на квартире у себя? У меня срочнейшее дело. А когда он будет? А где секретарь правления Пролежнев? Опять-таки, секретаря тоже нету. И когда он придет, неизвестно. И секретарь болен. Ну, кто-нибудь же есть в управлении? Я. Видите ли, я являюсь единственным наследником покойного Берлиоза, моего племянника, погибшего, как вам известно, на патриарших. И я обязан, согласно закону, принять наследство, заключающееся в нашей квартире номер 50. Не в курсе я, товарищ. Но позвольте, вы же член правления. И вы обязаны, согласно закону. Член правления Пятнашка. И я. Какое осложнение. И нужно же было, чтобы всех сразу трех. Здравствуйте. Моя фамилия Поплавский. Я являюсь дядей покойного Берлиоза. Ну как же, как же, как же? Я на вас только взглянул и сразу понял. Это вы. Горе-то какое! Что же ты делаешь-то? Трамваем задавило. Напрочь, напрочь. Я сам был свидетелем. Вот этим головой. Вот. Вы не поверите. Раз. И голова прочь. О. Потом правая нога. Раз. И пополам. Потом левая нога. Раз. Пополам. Что же эти трамваи делают-то? Простите, вы были... другом моего покойного Миши? Нет, не могу. Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки. Нет, не могу. Нет мочи. Не в силах. Как вспомню колесом по ноге. Хрусть. Одно колесо ведь буду 10 месяцев. Пойду лягу в постели. Забудусь сном. Простите, вы мне дали телеграмму? Он. Ну, я дал телеграмму. Дальше что? Я, кажется, русским языком спрашиваю. Дальше что? Паспорт.
Каким отделением выдан документ? 412-м? Ну да, конечно. Мне это отделение хорошо известно. Там кому попало выдают паспорта. А я б, например, не выдал такому, как вы. Нипочем не выдал бы. Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы. Ваше присутствие на похоронах отменяется. Потрудитесь уехать к месту жительства. Азазелла. Иду. Здравствуйте. Поплавский. Наверное, уже все понятно. Возвращайся немедленно в Киев. Сиди там тише воды, ниже травы. И ни о каких квартирах в Москве не мечтай. Ясно? Ты живой? Простите. Позвольте вас спросить, гражданин, где здесь квартира номер 50? Выше. Покорнейше вас благодарю, гражданин. Ой.